девочки, с вами снова Аня. И сегодня хочу вам рассказать о моих покупочках. Покупочек было очень много. И давайте же начнем. Начнем, наверное, с украшений. Первая была красивая. Это девочка, золотой, которую мы ставим, которая стоит 199 рублей. Это очень дешево. Это не очень клево. Короче. Ну, короче, очень клево. 90 рублей стоит. Она вот такая вот. Я почитала. Я купила. Которую видели на видео. О, мой сын, что не делал обязательно. Смотрите, я обязательно там покупать. Она такая сама по себе белая. Кстати, есть еще такая черная, но она еще запакована и лежит и там на стеле. А вот. Надо? Короче, вырвалась очень клевая. Далее, вот такая вот штука. И вообще, знаете, где я покупала? Просто меня мама отвезла куда покупать. И у нее же есть свой магазин с этими штучками. И она меня привезла с подругой на выгуляю сегодня, что она ждет она. Мы набрали детский крестик и зашли в маленький магазин и купили там эту штуку. Она вторичная, в таком стиле. Она с упаковкой типа. И я очень много такие брендовые вещи. И мне кажется, очень прикольная. Очень прикольная. Далее покупка была совершена в магазине Lady Collection. И так, просто как я взяла, это были вот такие вот рожечки. И я надеюсь прямо сейчас при вас. Вот. Да, кстати, мне соответственно симпатично мне покажется. И очень гармонично, просто. Я очень люблю грузики, ну, я называю. И она подходит под мой кутик. Так. Вот. И все. Далее, что я снимаю? Вот такая подвесочка. Я снимаю к этим же ножичкам. Вот, тоже вот. Перекрутила. Короче, эта покупка была очень клёвая. Мне очень нравится ходить по магазинам с украшениями. Когда повалены, там последние. Вот
хорошо смотрится. И фактически моя покупка была магазин совсем делать. Такая сам питается. Вот этот красный механ. Сейчас покажу, как он выглядит до сих пор. У него такой чехол и неприятный аппетит сюда. Чехол выглядит вот так. И мне кажется, очень плохо. Модняво. В нем. Все абсолютно есть. Вот так же зарядка живет у меня. Потом наушники. И как раз таки все. Я вот все купила. Это там все. Вот это вот было все, что я купила у компьютера. Под четвертую пятерочку. Пшикашку, стыдно, скандали. Если можно, пожалуйста.